стоило напрашиваться. Я буду сражаться с честью. Не, дорогая дворфа, я уберу, пожалуй. Это оставлю. Спасибо. Инженер сжег. Можно ли? Ну да, как-то так. А, значит, что мы делаем здесь? Ну, наверное, мы пойдем через магию. Прочислов мини-бот. Есть двойка, есть тройка какая-то. Это не будет играться. Идет запуск. Порталы открыты. Ну давай. Тоже здорово. Интересно. Ну тоже ничего интересного в дисконнекте. Смотри, когда не случается. Неплохо. Неплохо, неплохо. Ну что ж, я могу так убрать. Хотя это, конечно, не очень-то и здорово, но ладно. Ему придется стрелять. Другие варианты. Master for Battle убрать его всем на свете. Блин, мне кажется, Master for Battle убрать его всем на свете, это будет лучше. Да, я сделаю лучше так. Ну, я не хочу, он мне выстрелит и уберет печать чемпионов, и что в этом хорошего? А печать чемпионов я всегда смогу, в принципе, разобрать. Что да, у меня, правда, уберет 2-2, но такое. Взять живым или мертвым. Хорошо. Я могу сделать печать чемпионов и дать что-то. Хочу это делать? Да нет, наверное. Ничего нам не надо. Могу перевернуть этим ударить. Так ударить надо, тоже не надо. Ну, в принципе, вот этого парня достать нормально. Двух отдать. Ну, тебя тоже хочется. Просто потому, что мне хочется на что-нибудь кинуть печать. Да ладно, хрен с тобой. Интересно. Я могу сделать 1-4 его. Но я не думаю, что это... Даже веб на ставлю. Пока трусилеров нету, я подержу. Кто-то сказал бомба! Бомба это. Неплохо. Извини, бою. Плюс это комбинация. Да, сколько бы не было у противника здоровья, я могу сделать Алдора, потом реверсинг свитч и добить вапеном его. Да, потенциально могу много урон, конечно, получить, но ничего страшного. Так, боюсь я флеймстрайка. Ну, наверное... Не, ладно, я все равно делаю мурлок. Мурлок на... флеймстрайк на дому мурлок, это ничего страшного. Ладно, я ударю его. Ну, это хорошо. Так уже не умирает флеймстрайка. Время комбинировать? Мне кажется, нет. Мне кажется, лучше тебя просто достать. Я же буду парня доставать.
Раз, два, три. Ну, может быть, время... Ну, нет, 9 урона в лицо. Как-то больно. Интересно. Я могу реверсинг свич сначала сделать, а потом снять с него. У меня будет 5. И ударить вот так вот. Да, это может быть интересней. Да и не, ладно. Черт с тобой. Интересно. Что приказание? Никто не похитит наши секреты. Надо действовать быстрее. Эта партия за тобой. Я слишком долго думал. Слишком. За молот Рока! Я буду сражаться с честью. Ну да, это не та тройка, которую я хочу. Я хочу двойки. Ну ладно. Ну вообще не хочется его просто так. Если, не знаю. Не, я его не буду просто так. Я парень достану. Первый будет парень. Второй, скорее всего, спайдер-танк. Нет. Что приказать? Трусильвер и Дарк Арендорф. Вот это вариант. Неясный. Что лучше. Ну, ладно. Ты спайдер-танк, и я спайдер-танк. Круто. Да, это круто. Ладно. Вперед, Трусильвер. Боится справедливости. Моя работа крайне важна. Так, кого я хочу убить? Наверное, 2-4 я хочу. Да, он мне ее убьет. Я ее, скорее всего, достану, да? Блин, регента. Ну ладно. Да хотя тоже пофигу. Не, я лучше его уберу. Во имя справедливости. Не хочу ее терять. Какая встреча? Во имя справедливости. Что приказание? Что приказание? Во имя справедливости. Да, я ее могу в любом случае убрать с помощью Шаттерса. Хорошо, давай. Тебе. Ну ладно. Мы должны очистить. Ну ладно, давай так сделаем. Бою! Это убрать. Бою! Это убрать. Достать тебя и, наверное, не прижимать кнопку, потому что он меня убьет его просто так. Что не есть здорово. Да, пожалуй, я не буду прожимать сейчас. Ну, нет, надо подумать. А есть вероятность того, что на следующий ход мне 2 лишних маны будет после этого? Да и вряд ли вообще-то. Ну, то есть, если я захочу играть, то, наверное, так буду играть. Да вряд ли я даже так. Интересно. Ну ладно, давай. Мы все равно сыграем так. Не хочу ему давать халявы. Никакой халявы для него. Вера, мой щит. Окей. Значит, что я могу сделать здесь? Дарк Арендорф убивает тебя. Плюс ты. К бою! Давай, покажи, что ты умеешь.
Ты называешь это оружием? Я на страже. В наступление. Что приказание? Четко. Наверное, трусилер. Ну, хотя можно и просто мелочью подбиваться. С этими двумя ребятами. Ну да, давай ими ударимся. Может, кода разыграем? Да, давай кода разыграем. Трусилер всегда хорошо. На следующий ход у меня 6-6-3, это 15 урона, 15 урон плюс 4, 19 урона, 3 долетало. Захватили мне рыбки! Наплевать. Привет из огромного мира. Я могу ничего не потерять. Так и сделаем. Имя справедливости. Наступление. Примкни к нам или умри. Да, пожалуй. Я выполню свой долг. Жду приказаний. Передай мне тангенциальный вращатель. Только гроза. Способны мы что-то сделать, но в любом случае, учитывая оверлоуд, я достаю Морлока и, скорее всего, выигрываю игру. Его убить он не может. Да и да, Карен Глош он не может. Ну, Elemental Destruction, правда, может. Вот. Я буду сражаться с честью. Да поможет мне свет. Окей, найс. Да, давай. Первый ход, второй посмотрим какой. Третий сила чемпион, может быть. Давай передохнем. Давай, шилд мини-бот плохо, все остальное... Это нормально. Это я тоже шел. А, окей. Это ему не очень хорошо. Я на страже. Я принимаю. Самое лучшее, да. Просто парень, это хорошо. Я ударю по лечу. Да, я ударю по лечу, я не буду финтинг коуча доставать, потому что я боюсь финтинг крэша. Я принимаю вызов. Достает какого-то йети, я его убираю. Нет, не будет йети. Ладно. В любом случае, я неплохо спамлю стал. Приказание. Я принимаю. Я выполню свой долг. Главное теперь... Да, теперь уже, конечно, Integration будет страшен. Это Integration. Очевидно. Ну ладно, стол все равно за мной. Учу тебя танцу смерти! Дай отвечу на пивко! Ну, следующий ход могу сделать. Силов чемпион. Морлок. Окей.
Я думаю, я смогу с ним разобраться. Окей. Значит, что я могу? Что я могу? Раз, два, три. Это называется, если у меня есть второй консекрейшн, мне конец. Другой вариант. Раз, Seal of Champion, два, три, достать парня. Мне кажется, это лучший вариант. Да, мне не надо никуда торопиться слишком. Жду приказаний. Покажи, что ты умеешь. Шесть карт. У меня тоже шесть карт. Могу забафать, убрать. Могу этими двумя убрать. Ну, скорее всего, будет забафать, убрать, потому что там парня ожидающий достанет шестой ход. Вот. Я могу еще интересный ход сделать. Я могу забафать вот ее. Не, слишком плохо будет консекрейшн. Интересно. Ну, да, давай. Мне нужно, наверное, вот этих двух достать уже. Мы должны очистить солнечный колодец. Ну так. Может, действительно ее не доставать, а достать просто Скарлетт и парня. Ну нет, это слишком медленно, я лучше тогда уже его достану. Интересно. Эх. Ладно, да, я лучше его достану одного. Надо действовать быстрее. Справедливо. Покажи, что ты умеешь. А это следы правила. Питфайтер. Следуй правилам. У тебя неприятности. На следующий ход у меня есть летал. Даже если он меня уберет 3-3. Победа. Нет, ничего не уберет. Не стоило напрашиваться. Я буду сражаться с честью. Я не думаю, что мне нужна эта карта. Эти два, этих двух я достану, да, на второй ход, на третий ход. Вернее, на первый ход, на второй ход. Да, это я беру. Окей. Тебе нужно благословение? Окей, я достаю тебя сначала. Если хочет, пускай стреляет. Ну, либо я убиваю ее и достаю Хмельвара. Плохо будет только в случае, если он 2-3 достанет. Особенно какого-нибудь Амани Берсекера. Но ладно, я все равно добью его тройкой. Поэтому нормально. Что же делать? Давай передохнем. Ну, вообще-то медленно, конечно. Ему не надо даже стрелять. Что поделать? Да поглотит тебя тьма. Эй, детки, я уже здесь.
Да, это печально, потому что что я с ней сейчас буду делать, я не знаю. Ну, видимо, просто достанут рога и парня. Весь мой ход. Что... Тот момент, когда она не хороша. Ну, сделать из 4... Да, из 4-3-3-3 это не очень круто. Явно. Ну, самый лучший True Silver. Давай мне True Silver. Нормально. Ну хорошо, я немного побыстрее сыграю. Что же делать? У меня кончается время. Как раз вовремя! Так, я могу вообще забафать тебя, убрать. Что неплохо сделать парня, лучше, чем вот это. Наверное. Ну, да, пожалуй, давай. Мое время вышло! Сейчас бы какого-нибудь грубаша берсекера увидеть. Было бы здорово. Ну или что за 6 с малым количеством атаки? Некстно? Да, это была вообще мечта бы. Но нет, такое вряд ли случится. Видимо, я просто достану тебя. Окей. Ну, либо я здесь просто тебя раздавлю. Можно по темпу достать тебя. Да, пожалуй, давай. Вера, мой щит. Привет, Ротарь. Врата открыты. А это я могу сделать от 3-3. Да, я сделаю 3-3. Никто не похитит наши силы. До приказания. Вот арену играю. Если ты меня хочешь спросить что-нибудь, я спрашивай. Я отвечу. Это не бум, это кода. Да, немного печально, что я буду с ней делать, я не знаю. Ну, я могу достать Мурлока, но это не очень круто. Могу достать, наверное, тебя надо достать. Блин, это ужасно. Меня Кодрайдер сейчас убьет. Что с ним сделать, я не знаю. Ну, может быть, я лучше тебя достану. 100% убрать Кода Райдера. Ну, такое. Ну, ладно, давай. Говорят,
вас возникло. Только не у меня дома. Ну, на выходные за деньги, да. Интересно. Помогу. Да, у меня возникло. Как раз таки. Ну, блин, черта возьми. Я не знаю, мне нужен труселя. Дай мне труселя. Да никакого мне труселя. Какая встреча. Жду приказаний. Жду приказаний. Ну хрен с тобой, давай. Не, я проиграл, я ничего не могу сделать с Кота. Но он достал и победил. А что тебя удивляет? Окей. Мы летели подыграть. У меня нет эквалити, у меня нету... Следы правила у меня есть, но я в любом случае никак уже не убью Кода. Чемпион. Какие у меня? Что у меня есть? Ладно, смотрим топ-дек и сдаемся. В любом случае. Да? Не стоило напрашиваться. Я буду сражаться с честью. Наверное, я оставлю Тресселер. Другой не надо. Его я не оставляю, потому что у меня нет других двоек. Да, я не могу либо ответить, либо на Кракена. Ну, да, если Кракену-то я могу ответить даже довольно легко. Да, следуя правилам во мне пришел, да окей. Ну вот, Кода. Слишком была крутая для меня. Ну, идеально. Я уже думал доставать фентинг-коуча. В принципе, одно и то же, да, что Алый Крестоносец, что он. Ну нет, на самом деле она в любом случае лучше, потому что если бы он достанет какую-то тройку... Что я хочу здесь? Интересный вопрос. Фенсинг коуч просто больше разные атаки будет. Не, да, я лучше достану Скарлет. Ну его гулять. И чтобы мне на Кота следуя правилам сделал. Так, я могу это... Нет, я достану Кота. Самый лучший мой ход. Ну да, давай Кода. У меня есть пятерка. На следующий ход. Мне нормально. Пускай еще раз стреляет, я не против. Скорее всего, его тройку я смогу убрать с помощью Кода. У нас много секретов. Ну да, пускай опять будет стрелять. К сожалению, там фаербол плюс выстрел будет не очень хорошо. Давай подумаем какой-нибудь другой ход. Не, я не вижу другого хода. У тебя это слишком хорошо. Следующий Трусильвер Амания, либо две тройки, может быть. Нет, не использую. Не вижу в нем особой радости. Используя две тройки, я рискую попасть на флеймстрайк, и это будет очень плохо. Мне кажется, мне лучше сделать парня и... Интересно.
И Сен-Жена. Где же мой Master for Battle? Что? Ну, это ладно. Прекрасно. Ну, скользко. Хочу ли я это ударить? Эх, ладно. Черт с тобой. Какая встреча. Что приказание? Что приказание? Пора пустить кровь. В любом случае, мне может ее убрать. Я дерусь без правил. Скорее всего, это просто 5 урона, которые... Ну, да, сделай флеймстрайк, да, это плохо. Ну, а что делать? Может, делать ничего. А лучше не неделю стрим посмотреть, а просто зайти на YouTube канал и там посмотреть драфты, коих миллиард. Интересно. Не, не так. Я забыл, как он вызывается. Нет. Сам стрим, это целое кино. Окей. Так, тебя? Да, тебя. Моё приказание. Моё. Кого мне? Жаль, не сюда попало. Если не 3 урона было бы. Тебе, Скарлетт, помогу. Так как ты самая... Что хочешь? Одна из первых моих зрительниц. Тебе помогу. Ага. Окей. А сколько я тебе могу нанести? 4 плюс 3. Ну, 4 плюс 1, вернее. Это 3-3, да, я тебя убиваю, ровно летал. Никто не пощадит наши секреты. Имя справедливости. Я думаю, Фростболт лучше. Факел такой. Это, конечно, неплохая карта, но я считаю, что он и хуже и фаербола, и фростбола. Контрит плагин. О, Master for Battle. Ура, ура, ура. Ну все, я более радужно настроен на эту игру. Тем более, вот он. Однажды я стану рыцарем. Файн. Такое. Делай ноги! Да, это не сильно страшно. Наверное, даже ударить Master for Battle разочек.
Рогу, Рогу очень легко убивает паладина в темпе. Соответственно, нужно, когда противник твой играет очень быстро, тебе нужно играть тоже быстро. Вот. Ладно. Во имя Сионы! Могу одного забафать, убрать 3-1. Ну да, тебя достану. И, наверное, через монетку я достану двойку еще. Да, пожалуй. Очистить солнечный колодец. Мне довольно мало карт осталось. Правда, и здоровья у меня не очень много, но ладно. Сколько лет уже ХС? Угу. Это был не вопрос. Ну, в сравнении с тем, что было раньше, это нормально. Окей. Лорд чемпион. В наступление. Не, я буду просто спокойно забирать стол. Давай мне. Встреча. Как раз вот этим вепоном добить пухов и здорово. Следующий ход две тройки, я седьмой ход мукла, и я скорее всего выиграл. Ну, то есть сейчас же он же как-нибудь постарается мне 3-3 убрать резко. Мешала она ему. Я не против, если он ее уберет. Да, потратить какие-то ремовы. Условно, Невисерей. С четверкой. Невисерей, четверка, это вообще здорово для меня. С четверкой я уберу с помощью силы чемпиона легко. Я смотрю, много у него санс. Ну ладно. Мне надо решиться. Логично. Рога там. Воры тики должны быть. Ну да. Так. Раз. Ну я могу так убрать, но надо ли оно мне? Чтобы сохранить еще одно существо. Нет, мне кажется, сила чемпион важнее. Во имя справедливости. Да, да, да. Давай разменяемся. Полетимся. Да вам не убить. Ну все, мукла на следующий ход. Учитывая малое количество карт в ее руке, скорее всего, он ничего с ней сделать не сможет. Трепещи перед мощью Штормграда! Может быть, не мукла? Так. Ну, мукла хорошо, мукла 4-2 будет. Да, наверное, я сделаю все же мукла. Ну, то есть это тоже как бы нормально, но не. Да, все. Ой, жду приказаний. Да вам не убить. Даже если он мне уберет муклу у меня, на следующий ход выходит Мурлок. Я опять же с ним надо как-то разбираться. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Страшно. Это наш город. Ничтожество. Скажем им. Я пущу тебя на корм рыбам. Неплохо. Неплохо, да, разобрался, хотя и карты у меня закончились. Сколько я тебе наношу? Я тебе наношу 5 плюс 4.
5 плюс 4 это 9. 9 плюс 3 это не летал. Ну что, Мурлок? Ну как-то так себе. Интересно. Раз, два, три. Ну давай Мурлока. Да не давай Кода. 100% тебя уберем. Далее мне не важно, кого убивает Кода. Давай берем тебя. Давай в лесу пойдем. Ну же не важно, он ничего не сделает. Ты считай контрольный выстрел. Чё не делай, все равно ему беда. Он не справится. Да до звинга еще ход. Не, этот ход я ему не оставлю. Так много вариантов. Я сдаюсь. Буду сражаться с честью. Да поможет мне свет. Это здорово, это не надо ничего. Ну, может быть, Dark Arid Dwarf мне, коли у меня Master for Battle есть. Не, не, ладно, я и буду искать Воки. Это хуже, чем. Ну, может, вариант. Представляю. Пора пустить кровь. О, ладно, хрен с тобой. Ладно, давай. Может быть, я действительно достану Алло Крестоносца на третий ход. Вместо Master for Battle. Редко такое бывает, но ладно. И выиграл, да. Да, то, что он выиграл, это проблема. Цель отмечена, Кристо. Это трусильер будет. Хотя, конечно, мне ненормально сейчас лицо будет разбивать. Тихонечко. Примкни к нам, люди. Ну ладно, у меня исключение. Я могу на следующий ход достать тебя и тебя. Цель отмечена. Так. Ну даже не знаю. Ну, наверное, нет, это глупо будет биться, потому что... Я могу достать тебя, тогда он мне убьет его копьем. Что тоже нехорошо. Да, наверное, я просто парни сделаю. Помедленнее сыграю. Размен 6-3 на 4-5 меня устраивает. Я на страже. Это меня не очень устраивает. Ладно. Приказаний. Куда? Во имя справедливости. Я хочу ударить так. Я ударю так. Да, потому что я не знаю, что я с ним буду делать. Ну, если он разменяется мне двумя, окей.
это не страт. Ну, плюс Argent Lens. Тоже нормально. Так, ну, вообще-то это проблема легкая, потому что что за секрет, если... Сейчас я его не убью, окажется... Не, ладно, давай. Значит, я его сейчас убью 1-1, окажется Avenge. И скорее всего это Avenge. Не убью, окажется Competitive Spirit. Да, и то плохо. А, значит, если я достану тебя, тебя, парня, вроде неплохо заспамлю стол, но Consecration меня убьет. Ну ладно, хрен с тобой, мне нужно спамить стол. Что приказать? Во имя справедливости. Ну да. Воскрешение, ну это не так сразу. Что приказание? Главное не консекрейшн. Вернуться на стол я могу. В принципе. Даже потеряв большое количество здоровья, у меня все же есть еще лечение. Мне будет все зачищать. Ну, такое. Да. В лицо. Лицо в лицо. Значит, что я могу сделать? Я могу сделать. Валкер нет, наверное. Раз. Удар 2. 3, 4. Достать. Ну, значит, Argent Protector, конечно же, будет. И будет у меня еще парень. Хорошо, давай. Ты называешь это оружием? Я на страже. Бою! 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 Имя справедливости! Жду приказаний. Ну, что-то типа два Blazing of Kings меня убивают. Blazing of Kings плюс True Silver. Значит, так, размен, так, так, так. Никто не похитит наши секреты. Это может быть немного страшно. Так, чемпион. Раз. Два. Два. Три. Нет. Раз, два, три. Да, значит, моя цель Сан Валкера оставить на столе. Может быть, так ударить. Раз. Да, конечно же, так ударить. Готово. 100% размен. Далее. Также 100% размен. Я выполнил свой долг. Ну, а ему снова уделим. Учитывая, что у меня True Silver есть. И здоровья мало, я, пожалуй, ударю в лицо ему. Разочек. Ну, и тут я его поспешу разочаровать. Раз, два, три. Ну да. Справедливость. Я тебя не убиваю? 10, 16. Не убиваю. Справедливость превыше всего. Оружие на изготовку. Я выполнил свой долг. Сколько я наношу тебе? Ну, в любом случае будет летал, я поэтому более безопасно сыграю. Давай.
неплохо сыграно. Какая встреча? Нет, не волнует. Уже немного больше волнует. Жду приказаний. И что делать? Жду приказаний. Во имя справедливости. Я в любом случае его не убиваю, поэтому я постараюсь побольше сохранить. Жду приказаний. Да, тут вроде идеально было бы, но единица долетала была. Да, вот этими всеми бы ударился. Это достало. Хорошо, 12. Как и заказывали. 12 побед на платине. Изи.